Всем привет! Сегодня я пригласила в гости подружку, чтобы показать вам несколько причесок из косичек. Для первой прически я делаю пробор посередине. Причем не только наверху, но и до самой шеи. С одной стороны я закреплю волосы пока что заколкой, чтобы не мешали, а здесь начинаю плести косичку. Беру прядь со лба и делю ее на три части. Начинаю плести, и при каждом новом шаге я справа и слева беру дополнительные пряди. То есть у меня также всегда остается 3 пряди, но я добавляю волосы. Снизу, конечно же, затягиваю резиночкой. И перехожу на вторую сторону. Все получилось аккуратно, но поскольку волосы были изначально не одинаковой длины, такого в принципе не бывает, что каждый волос одинаковой длины, остались торчать вот такие штуки, и их я подколю булавкой аккуратно. Вот и все, первая прическа готова, я надеюсь, что вам понравилось, я сделаю еще несколько и загружу эти видео также в сеть. Смотрите меня еще, оставляйте ваши комментарии, и я с вами прощаюсь, до новых встреч. Пока!